Друзья, перед вами лохматая душа. Вот такие сетки мы натягиваем, чтобы была тень. Мои хорошие. Мои хорошие, приезжайте к нам в гости. Я приглашаю всех в лохматую душу. Приглашаю, друзья, пожалуйста, приезжайте к нам. Потому что лучше один раз увидеть, что у нас происходит. Друзья, лохматая душа приглашает всех. Особенно тех, кто любит чесать собак. Пожалуйста, ребята, впереди лето. Мы лохматые, мы скатанные. Мы очень-очень ждем друзей с чесалками. Ребята, приглашаю к нам в приют. Кто хочет почесать собачек, ребята, это такое наслаждение. Приезжайте, мы вас очень-очень ждем. Мои красивые. Мамины-мамины. Ребята, натягиваем сетки. Сейчас ребята просто отошли пообедать или поужинать. Но сетки будем дотягивать дальше везде, чтобы была тень. Мелочь, мамины. Чужая мама, которая воспитала двух чужих деток. Да, умница. Что мои детки, мои красивые? Так. А здесь бросили и не раскатали. Сейчас будем разбираться, почему. Ну что, мои красивые мамины? Мамины, мамины, мамины. Ну, солнышки. Так, тени у нас мало. Но сейчас будем навешивать вот такие листы специально, чтобы сделать тень. Специально. Что, мои солнышки, у нас нет опилок, ребята, у нас опять нет опилок. А этого мы просто и очень страдаем этим, мои хорошие. Немного отсыпали вольеры, где было очень грязно, мелким гравием. По-хорошему, ребята, половинку надо бетонировать, чтобы и собаки стесывали свои когти. Нам нужен еще цемент. Забетонируем, и ребята будут бегать и сами стесывать свои коготки. Потому что на деревянных стесывать проблематично. Прогулки по лохматой душе. Что, мои красивые? А! Попрыгушки мои, красивые мамины. Прогулки по лохматой душе. Смотри, какой. Смотри, какие разрисованные, черные с белым, с рыженьким. Девчонки, девчонок много очень в приюте. Но все стерилизованы, все хорошо. Эй, красотка, посмотри на меня. Боже, какая же она красивая, это собачка. Такая лапочка. Беленькая, чистенькая. Посмотри, ну как так? Маш, мы с тобой в грязи, а она такая чистенькая. Да. Вот так. Позу Акелы. Ой, какая красивая псина. Очень красивая. А спокойняк, все гавкают там что-то. А тебе что, парень? Просто грустно. Давай-ка мы тебя тоже пристроим в семью. Все твои друзья уже разъехались, такие лохматые, красивые. Ой, ой, спокойные собаки. Бери домой сейчас. Просто вот забери меня сейчас, называется серия. Серия, все спокойные, все спокойные. Зайцы мои. Замечательно.
Это мальчик и две девочки. Они, наверное, из одного момента похожи, да. Очень красивые собачки тоже. Но он какой стройный парень такой, с длинными ногами. Хорош мальчишка. Да. Это у него такая расцветка. Никто не меняет, все хорошо. Да куда ты ушел? Ну что за морды-то такие, зайки мои? Маленькие мои, я не могу вас трогать. Вам какой красивый окрас пятнистая. Ребята дают бравета, то, что ты привезла. Огромное спасибо за бравета, ребята. От всей души, Вика. Не знаю, кто слаживался на него, но, девчонки, дай вам Бог здоровья. Спасибо огромное. Сейчас дадим бравекта самым тяжелым. Но если можно, я вас очень прошу, продолжайте нам еще покупать и дарить бравекта. Ребята, для нас хорошо, это жизненно важно. Я вас просто умоляю. Спасибо огромное. От всей сердца, от всего сердца. У меня во дворе ветеринарный склад, оказывается. Как? У меня во дворе ветеринарный склад. Там хорошая цена. А кто покупает? Я. Одна? Нет, пока люди сбрасываются. Огромное спасибо, ребята. Доброго здоровья.